привет, дорогие друзья и гости моего канала. С вами я, Спокойный Грибник. И сегодня у нас 8 сентября 2023 год. Я выбрался за грибами. Место сбора — Рязанская область, место — Новый лес. И смотрите, что получается. Вначале даже не снимал, и уже столько грибов получается. Это прямо жесть. Вот он еще появляется. Просто... Так, ну... Вот он, да, хороший. Хороший грибочек, и это замечательно. Просто иду вдоль такой ров, и не углубляясь в лес. И грибочки просто появляются с такой, блин, обильностью. Хотя я думал, вы знаете, что грибочков бум вот этот я пропустил. Да вроде бы и нет, особо не пропустил. Они, конечно, суховатенькие из-за погоды, но все равно, блин, это же здорово. Так сказать, сентябрь. Месяц 2023 открыт полноценно. Так, вот, смотрите. Есть и даже очень хорошие. Вот они, замечательные грибочки. Так что будем включаться. Вы смотрите и не переключайтесь. Вот, там в онлайне все, грибочки. Но они не очень. Мы их пропускаем. Так что ладно, будут очень хорошие экземпляры, будем включаться. Всем приятного просмотра. Ну вот, смотрите, гриб на грибе. Просто их очень много. Просто иду вдоль рва. Никакого углубления. Смотрите, вот он еще, грибочек. Так, ну нет. Этот тоже, скорее всего, да, мягкий, сухой. Но ничего страшного. Мы берем, вот хоть какой-то будет грибочек большой, но если он твердый, то мы его сразу забираем с собой. Такие дела. Ну ладно, гуляем дальше. Вы знаете, даже углубление туда не хочется идти, потому что здесь грибочков не мерили. Но это посмотрим по мере возможности. Так что идем дальше, собираем. Вы посмотрите на эту сказку. Какое обилие грибов. Если бы я пришел бы на неделю пораньше, это просто было бы с чем-то. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... 12 грибов с одной полянки. Ну, офигеть. 12 грибов собрал, уже, блин, корзина полная. Но чуть-чуть опоздал. Ну ладно, будем проверять дальше, конечно. Так, вот, немного сделал углубление. Отошел я от начала. Вот, смотрите, какой лес. Лес лиственный. Преобладает все. Такой темненький, красивенький. Осенний лес. Сейчас, конечно, ветерочек прям очень сильный. Обещают, кстати, дожди. Ну, не знаю, будут они или не будут. А за сумочку вы меня строго не судите, потому что приехал вообще в другой лес. И с корзинкой было очень неудобно. Вот сколько получается. Грибочки отберутся. Сразу говорю, там есть грибочки, которые чуть-чуть суховатенькие, но и они очень хорошие. На сушечку они пойдут просто замечательно. А которые помоложе пойдут, ну, не знаю, скорее всего, жареха, а может быть и суп. Честно, хочется супа. Замечательный походик получается. Даже не знаю. Ожидания были, но было такое, что, наверное, может быть, и не успею. Ну, получилось так получилось. И на этом еще сбор не заканчивается, а сбор только продолжается. Ладно, иду к своему месту, буду собирать там, вдоль рва. Кстати, вот до этого здесь проходил, здесь дубы растут, дубовики были, но они такие гнилые, прям не то. Ладно, погнали дальше. Вот, остановились здесь, прям рядом, и смотрите, что здесь получается. Вот он, молоденький грибочек. Раз. Еще один молоденький. Два. Так, где-то я еще видел. Надо пройтись. Ладно, пока что их положим. Вот так. А, вот он. Вот он еще один. Вот он. И все получается прям в начале. Еще там дальше. Обалдеть. Зачем углубляться?
Вот. Вот так. Красавцы. Просто замечательно. Так, ну ладно, будем искать дальше. По мере возможности будем включаться. Вот они, грибочки, не заставляют себя ждать. Бомба, просто бомба. Один грибочек. Дальше проходим. Еще один грибочек. Крепкий. Так, и это еще не все. Так, а ну-ка. А вот смотрите, дальше еще просто с чем-то. Все в начале. Так. Ой-ой-ой, здесь еще. Так, ну, вы знаете, эти, наверное, хотя, в принципе, вы знаете, неплохие. Вот. Все берется. Еще один грибочек, смотрите. Какой, а? Ух ты! Классный. Так, и идем дальше смотреть. А, вот он. Сейчас мы его посмотрим. Ага. Вот он какой. Супер. Так, ну все, дорогие друзья, завершаю свой сбор. Вот столько было набрано. Вы видели, сколько грибов вообще было. И старых, и гнилых. Тьма просто. Сегодня сбор был спонтанный. Так что в следующий раз надо будет лучше подготовиться. Но все равно сбор, в принципе, замечательный. Теперь надо возвращаться домой. А возвращаться далеко. Так что всем спасибо за просмотр. Всем грибной удачи. Всем полных корзин грибов. До новых встреч.